Почему САЙСЭК ужесточает свое регулирование? Как можно попасть на 10 миллионов долларов за финансовую пирамиду? И о новинке eToro в сегодняшнем выпуске. Здравствуйте! САЙСЭК уже успела оштрафовать несколько брокеров в наступившем году. Под горячую руку на этот раз попали брокер бинарных опционов Bank The Binary и компания Red Dealer Limited, которая работает с разнообразными брендами бинарных опционов, в том числе и с 24option.com. Скорее всего, регулятор продолжит следовать заданной траектории ужесточения регулирования на Кипре. И, соответственно, кипрским инвестиционным компаниям, не воспринимающим регулирование всерьез, придется нелегко. САЙСЭК, которая неоднократно подвергалась критике за свой подход к регулированию, может приобрести статус надежного финансового регулятора в Европе, если сумеет приструнить компании, не соблюдающие соответствующие процедуры. И в конечном итоге полученный результат принесет пользу и инвесторам, и самой индустрии. Комиссия по срочной биржевой торговле в США сообщила о том, что компания 4X Solutions, ее директор Вэллион Чей, организовавший финансовую форекс-пирамиду, обязаны вернуть полученные мошенническим путем средства на сумму почти 3 миллиона долларов США и выплатить административный штраф в размере более 8 миллионов долларов. В ходе расследования обстоятельств выяснилось, что Чей 4X обманом завладели деньгами как минимум 19 участников пула и обещая им при этом золотые горы в виде годовой рентабельности от 24 до 36% даже при неблагоприятных рыночных условиях. Суд приговорил Чей 4X к выплате штрафов на общую сумму более 10 миллионов долларов. Однако CFTC предупреждает жертв мошенничества, чтобы они не питали лишних иллюзий и не надеялись, что смогут вернуть все свои деньги. Потому что сумма конфискованных у виновников средств и активов может оказаться меньше назначенной суммы штрафа. eToro, брокер, работающий в сфере социального трейдинга, анонсировал расширение спектра своих услуг. Представив недавно опцию копирования торговых сделок опытных трейдеров, брокер делает еще один шаг вперед, предлагая услугу копирования прибыли. Копирование прибыли означает, что теперь инвесторы смогут получить выгоду от прибыли, полученной трейдером или трейдерами, сделки которых они копируют в режиме реального времени. Базовый принцип очень прост. Когда трейдер, на сделке которого подписаны менее опытные игроки, снимая средства со своего счета, пропорциональная сумма средств списывается с баланса его фолловера. eToro будет уведомлять трейдеров всякий раз, когда происходит данная операция, пока они находятся в своем профиле. Это были все новости из Форекс-индустрии на сегодня. Будьте в курсе всех событий с Dukascope TV. До завтра!